Родился в Туле, там же начал актерскую карьеру. В тульском ТЮЗе, будучи еще учеником 10 класса, прошел творческий конкурс ВВГИКИ ГИТИС, мастерская народного артиста СССР А. Орлова. В 1963 году в Брюсселе показывал свой мастер-класс по сценическому движению. В 1964 году окончил ГИТИС имени А. В. Луначарского, закончил аспирантуру по сценическому искусству. Получил распределение в МХАТ, вскоре принял приглашение и стал актером Ярославского академического театра драмы имени Ф. Г. Волкова, где служил с 1964 по 1988 год. Занимался преподаванием, выпустив не один актерский курс. В 1988 году совместно с Г. Б. Дроздовым, В. В. Дмитриевым и Н. С. Дроздовой переехал в Тольятти, где был одним из создателей театра «Колесо». С 1988 года актер драматического театра «Колесо» имени Г. Б. Дроздова. В 1993 году указом президента России номер 2220 от 20 декабря 1993 года Евгению Ивановичу Князеву присвоено звание народного артиста Российской Федерации. В 2012 году получил премию им. Г. Дроздова «Признание таланта» за вклад в становление театра и за воспитание молодого поколения актеров. Вручение премии прошло 16 декабря, День памяти народного артиста России Г. Дроздова. 2 марта 2013 года состоялся бенефис, посвященный 70-летию со дня рождения народного артиста России Евгения Князева. По традиции бенефициант исполнил заглавную роль в премьерном спектакле «Наследники Рабурдена» Э. Золя, Реш, А. Смеляков.